Международный симпозиум «Научное образование» международных интеллектуальных игр приглашает жителей и гостей столицы принять участие. 10 июля в 19 часов общественный центр, улица Курашова, 24. Лекцию читает Шумакова Наталья Борисовна, город Москва. 11 июля с 19:30 пройдут три актовые лекции. Лекцию читает Комарова Татьяна Семеновна, город Москва. Тема лекции – формула развития одаренности ребенка. Место проведения – Академия наук Республики Саха, Якутия. В историческом парке «Россия. Моя история», город Якутск, улица Ксенофонта Уткина, 5, для вас прочитает лекцию Ларионова Людмила Игнатьевна, город Москва. Тема лекции – проблемы одаренных, обучающихся в условиях современного образования. Также Алексей Сергеевич Обухов, город Москва, прочитает лекцию по теме «Инициативность, вовлеченность и настойчивость. Психологические основы учения через открытие». Место проведения – Общественный центр, улица Курашова, 24.